Друзья, сегодня мы единственная команда, представляющая Россию. И в связи с этим в своем музыкальном домашнем задании мы хотели бы поговорить о стереотипах, касающихся нашей страны. И первый стереотип касается нашего президента Владимира Владимировича Путина. Всем вам известно, что он очень-очень влиятельная личность, но хотим от себя добавить, что он такой же обычный человек, как и все. И даже свой недавний день рождения он отмечал вдали от всех в тихом сибирском лесу. Как хорошо в лесу, спокойно, никакой суеты, забот, свежий воздух, хорошее настроение. Мужик, а ты что здесь делаешь? Ну, я вообще выходной взял, решил в лес выбраться. О, смотри, у меня. И птички здесь поют, а? Ну вы чего? Лети. А что дальше собираешься делать? Ну, для начала хотел костер развести. Тьфу, да вы же городские, ничего не умеете. Это, может, по случаю встречи по 50? Ну, вообще, я не пью. О, да какой ты мужик. Вот сейчас, давай. Второй стереотип касается наших телепередач. Мол, мы ничего не можем придумать сами и лишь заимствуем идеи Запада. И прямо сейчас мы представляем вам новое, уникальное телешоу под названием «Угадай песню». И наш первый участник сегодня Станислав. Станислав, все очень просто. По тому, что будет происходить на сцене, вам необходимо угадать музыкальную композицию. Давайте попробуем для примера. Первая композиция. Смотрим. Чашка кофею. Ну, Станислав, давайте послушаем правильный ответ. Продолжаем, Станислав, следующая музыкальная композиция. Жанна Фриске, а на море белый песок. Станислав, будьте внимательны, это же... Ну что ж, переходим к следующей композиции, смотрим. Может быть, что-то из Жанны Агузаровой, Станислав. Все гораздо проще. Переходим к следующей композиции, будьте внимательны. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Все гораздо попсовее. Ну что ж, Станислав, и заключительная музыкальная композиция. Слушай. Звери, все, что тебя касается. Нет, это быстрый стриптиз. Передача подошла к концу, и несмотря на то, что вы ничегошеньки не угадали, вы все равно становитесь ее победителем и получаете 20 тысяч евро. Ну нет, конечно, наклеечек в Риме. И что мне с ними делать? А об этом мы расскажем в следующей передаче «Угадай товар». Еще один стереотип касается русских девушек. Мол, русские девушки самые красивые. Мы считаем, что эстонские девушки ничуть не хуже. И чтобы в этом убедиться, недавно мы пошли в самый пафосный клуб Таллина, клуб «Пилот». Но, к сожалению, на дискотеке не было медляков, и сегодня мы решили это исправить. Ты подойди поближе, ты все со мной рядом. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, как у слияния нежных, ты больше никогда не испытаешь. Смотри, а Илюх-то у нас Бальзак. Нет. Пацаны, вы просто ничего не понимаете. Это ж как вино! Оно с каждым годом только крепчает! Ай, рассказывай! Слушай, а ты что после КВН делаешь? Может быть, ко мне, я в центре Таллина живу?
Ну как ты уже в центре Таллина? В Марду? Ну как ты уже в Марду? Там еще полчаса на автобусе. Короче, давай к тебе. А ты в общаге живешь? И я тоже в общаге живу. А у тебя душ общий? И у меня душ общий. Между нами так много общего. Скажи, а у тебя есть парень? А ты могла бы поцеловаться на первом свидании? Стас, я договорился. Спасибо. Извините, а можно один вопросик? Я просто немножко нервничаю. А вы сейчас учитесь, работаете? Глупый вопрос, извините. А ты есть в Фейсбуке? И фотографии есть. Ты сидела, что ли? Ничего себе! Извините, а мы не могли с вами видеться в Ялте в 89-м году? Чего я несу? Меня ж в 89-м году еще не было, извините. А сейчас молчи. Ничего не говори. Потому что по сценарию у тебя нет слов. Давайте спишемся с вами в Фейсбуке. Согласен, сложно. В Одноклассниках. Ну, хотя бы в Аське. Короче, диктуйте индекс. Стас, ты с ума сошел? Ну, пацаны, голова закружилась. Заканчивайте. Да, давай, конечно. Спасибо, дорогая. Спасибо, солнце. Любовь Ивановна от души. Очень сильно не хватает девушек. Ну, представляете, никто не занимает ребенку, не красится по полчаса, не опаздывает на репетиции, не капризничает. Короче, девчонки, спасибо вам большое. Спасибо. В Таллине уже третий раз, и за это время очень сильно полюбили ваш город. От себя взамен хотим подарить вам самую мужскую песню. Ну, Стас, ты наш финал, мы сегодня зажигаем, для тебя свою душу открываем, от тебя столько драйва получаем. Наш финал, я устал. Не жалея сна и нервов, мы сейчас все стоим на этой сцене и поем веселую подвижную про него. На тебя, на тебя. One, two, three, four. Пацаны из Питера, пущи-пущи здесь играли, играли.